Репрессии против Марины Мелеховой набирают обороты. Новости из СИЗО 2 «Армавир». 30 января – выговор. С 1 по 16 марта – карцер. 3 апреля – протокол по 23.3 – дискредитация армии. А сегодня, 27 апреля, Армавирским городским судом она была признана виновной в дискредитации армии. Судья Армавирского городского суда Краснодарского края Анохина НП постановила признать виновной Мелехову Марину Борисовну в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей в доход государства. Разъяснить Мелеховой Марине Борисовне, что в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу путем внесения или перечисления в Южное ГУ Банка России УФК по Краснодарскому краю, город Краснодар, получатель платежа, реквизиты указаны. При отсутствии подтверждающих документов об уплате административного штрафа лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Постановление в полном объеме изготовлено 27 апреля 2024 года и может быть обжаловано и опротестовано в Краснодарский краевой суд через Армавирский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии. 7 мая 2024 года в Краснодарском краевом суде улица Красная, 10, состоится апелляционный суд Марины Борисовны Мелеховой. Очень прошу жителей города Краснодара и вблизи лежащих районов приехать к 10 часам в Краснодар и поддержать свободу слова и изменить протест преследования за антивоенные взгляды и критику власти. Общественный резонанс – большая сила. Включайтесь, люди. Сегодня поможем мы. Завтра помогут нам. Больше нам терпеть нельзя этого насилия со стороны власти. Надо помогать друг другу. Включайтесь, люди, включайтесь. Ну, а те люди, которые не могут по каким-то делам не приехать, позвоните в этот суд. Вот их телефон. 8-861-21-20. 0,55. Помогайте друг другу, люди. Помогайте.